Ксения Румянцева привезла на этот турнир сразу две танцевальные пары. Полина Усова и Михаил Антонов покажут нам произвольный танец под очередной саундтрек. Саундтрек к вечной истории про Тристана и Изольду прокатают эти фигуристы. Ну что ж, такой очень сильный танец, на хорошей скорости исполняли его ребята, и явно они погрузились в эту историю Тристана и Изольды, и хотели вот в эти 4 минуты рассказать нам всю эту драму, драматическую историю.
К сожалению, конечно, была опять ошибка, да, была ошибка на твизлах, и, конечно, судьи это отметят, но я бы отметил не ошибку, а то, что это очень интересный дуэт. Это хорошая работа Ксении Румянцевой, такая пара вот прям как выходец из ее школы, и потому что Ксения когда тренировалась у Натальи Леничук. И вот еще Наталья Владимировна, и это мой тренер, она всегда вот тяготела к такому очень сильному катанию, очень выразительному катанию. И так или иначе, мы, конечно, ее ученики перенимаем то, что давал нам тренер. И вот такое направление, которое было задано еще Натальей Владимировной. В общем, Ксения его... Вот сейчас обратите внимание. Да. Нет, это другая. Это когда секция на одной ноге когда была. Нет, не здесь. Вот мы так, как ученики Наталья Владимировна, все перенимаем вот это желание. Вот так вот. И история, что была, и чтобы мощно, и обратите внимание. Вот сейчас будет... Вот уже было расхождение на твизлах. Все, мы никак попасть не можем в этот момент. Но будем считать, что на повторах все было чисто и красиво. Но сам вот танец... здесь видите. Сам танец... нет, это перед дорожкой на судей. Но сам танец очень яркий. И такое взрослое катание, вот я что отметил у ребят. Оно очень красивое, партнерша. В общем, я думаю, что они должны в любом случае быть довольны своим выступлением. И думаю, что какой у них был отрыв от... Было около 2 баллов от Влады с Александром. Чуть меньше 2 баллов была разница. Вот сейчас интересно с вот этой вот ошибкой, сумеют ли они оказаться выше. За произвольный танец Полина Усова, Михаил Антонов набирают... Ну вот смотрите, они получают меньше баллов за произвольный прокат, но тем не менее, вот в программе второе место, а по сумме 2 дней соревнований все-таки выходят в лидеры, и разница сейчас чуть больше 1 балла. То есть за произвольную программу выиграла пара Анжелы Крыловой, да. И поздравляем. Я говорю, что они сегодня очень хорошо катались.